Всем доброе утро! На завтрак у меня сегодня овсянка со стевией и корицей, банан, арахисовая паста, а также несколько ломтиков сыра. Я люблю сочетание сладкой овсянки и соленого сыра. Приятного аппетита мне и вам, если вы тоже кушаете. Пришло время обеда, и мы будем с вами готовить ролл с курицей, с овощами и с йогуртом. Погнали. Для ролла я буду использовать индейку, она у меня уже замаринованная. Огурец, помидор, лук, лаваш, лепешка. Я нашла лаваш со шпинатом, решила попробовать. Обычно я беру тортилью или обычный лаваш тоненький. Айсберг, греческий йогурт, чеснок для соуса. И мне подарили невероятно огромную баночку табаско. Я решила ее тоже использовать. Ну, смотрите, по-моему, это очень мило. Я решила не занимать эфир порезкой и подготовкой продуктов, поэтому овощи я порезала. Греческий йогурт я добавила, соль, перец и чеснок. Надо это все перемешать и дать постоять минут 10. Также я порезала индейку и лук. Все это вместе сейчас пожарю. Добавляем немного масла. И индейку с луком. Неудобно это делать одной рукой. Так, я сейчас вернусь к вам. Я справилась. Теперь просто обжариваем все это дело до готовности. Теперь начинаем собирать наш ролл. Я лепешку вот эту подогрела немного в микроволновке. Выкладываем соус. Салат. Овощи и мясо. Все, наш типа ролл готов. Я его просто вот так вот потом подворачиваю с обеих сторон. Вот так. И ем. Если бы это был обычный лаваш, то можно было завернуть как шаверму. Все, пойду кушать. Вторное включение. Чуть не забыла добавить вот это. Небольшое дополнение. Лепешка мне не понравилась. Она вся трескается, ломается, и в итоге из нее все вываливается. Так что лучше обычный лаваш или тортилья. Продолжение истории с лепешкой. В общем, осилила я ее только наполовину. То есть все содержимое сверху я съела начинку, а саму лепешку наполовину не осилила. В общем, она мне совсем не понравилась, какая-то ерунда. Поэтому перед тренировкой я решила дополнительно подкрепиться. Пожарила хлеб и сверху намазала арахисовое масло и банан. Так, я уже после тренировки. Сегодня был вверх. Сегодня были руки. И, если честно, я даже с трудом держу камеру. Так, и после тренировки я буду пить протеин. Протеин я начала пить буквально пару, наверное, дней назад. У меня руки трясутся и камера трясется. Не знаю, заметно там или нет. Я его начала пить, потому что сейчас я стараюсь прийти к тому, чтобы мясо кушать и птицу где-то пару раз в неделю. Поэтому я купила протеин. Буду им восполнять количество белка. На ужин у меня овощи, я, кстати, обожаю эту смесь, постоянно ее покупаю, и прям очень вкусно. Рыба какая-то не очень красивая получилась, она вся развалилась, ну да ладно. Ее вышло не так уж и много, поэтому я добавила яйцо. А впереди меня ждет еще десерт. На десерт я сделала себе смесь из греческого йогурта и протеина. Можно использовать и обычный йогурт, но в греческом больше белка. В этот раз я поставила на час в морозилку, и каждые 20 минут я его перемешивала. И, в общем, получается просто вкуснятина для сладкоежек, прям рекомендую. Все, я пойду есть свое мороженое и смотреть какой-нибудь сериал. Спасибо за просмотр этого видео, до скорых встреч, пока-пока!